Самаре отметили День молодежи. И хоть погода в этот день была совсем не летней, праздник тех, кто молод душой, состоялся. Правда, место проведения пришлось перенести с площади Ленина в зал караоке-клуба. Но это не отразилось на настроении главных героев дня. Праздник стал официальным с 58 года и отмечался в последнее воскресенье июня. С 93 года День молодежи перенесли на 27 число. И пусть он не является выходным, для многих это день особенный. Второй год подряд одним из главных событий становится парад невест. Многие участницы к этому выходу готовятся заранее, как и к одному из главных событий своей жизни – свадьбе. У меня 10 лет назад была свадьба, и мне кажется, это единственный способ снова возродить свое платье, свой наряд и дать ему вторую жизнь. Оно у меня побывало в Питере, в химчистке. Я его отправляла. Конечно же, родя двоих детей, немножечко в формах, у швеи побывала. В этом году на парад невест собралось 17 представительниц прекрасной половины человечества. В рамках праздника они провели фотосессию, успели покататься на коньках и провели флешмоб. Флешмоб сменило еще одно модное веяние – селфи. Семья – основа государства, а молодежь – будущее страны и нашего региона. За ней развитие арктической территории. Все что угодно. Можем построить ледовый дворец, замечательный дворец культуры. Можем построить школы, здания, дворцы. Все что угодно. Но если все это не будет наполнено энергии, если все это не будет наполнено смыслом, жизнью, если все это не будет наполнено молодежью, то все это впустую. Перспективная молодежь в нашем округе есть. В регионе работают различные волонтерские движения, проекты, программы и клубы по интересам. 10 лет назад Александр Вологжанинов провел первые интеллектуальные игры «Что, где, когда». На первых порах нашими командами были школьники, студенты, но сейчас вот у нас постоянно играет постоянный какой-то коллективы, да, то есть это работающая молодежь, и она уже более-менее стабилизировалась, и команды не меняются. Праздник положено дарить подарки. В День молодежи перед главными гостями выступили певица Виктория Грант, популярный клубный диджей и электроаккордеонист Владлен Резников. А ведущим был уже знакомый горожанам по конкурсу «Мисс Нарьян-Мара» Андрей Мыслицкий. Алена Валей, Вадим Стасюк, телеканал «Север».